Ходят слухи о закрытии дневного стационара и физиотерапии на данных площадях. Это неправда, сразу хочу сказать. Мы прекрасно понимаем, что здание 34-го года постройки. У нас, да, есть документация, которая подтверждает его, скажем так, несоответствие тем нормативным актам, которые сегодня существуют, но при этом и с Сергеем Ивановичем, и с законодательным собранием, и с Министерством здравоохранения, и с населением мы этот вопрос обсуждали, и было принято решение, что на сегодняшнем этапе мы проводим дополнительные обследования здания, принимаем решение по его сохранению в первую очередь, а в дальнейшем уже будем решать вопрос о его восстановлении. Но при этом речи о закрытии стационара дневного, о закрытии физиотерапии не было и быть не может.